Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Marvel. Так, ну что, давай заберем с тобой 50 кредитов. Ну, где они? Где мои 50 кредитов? Отдайте, пожалуйста, мне их. Вот они. Так, ребят, забираем бесплатно. Отлично. Так, и что у нас тут? А это что такое? Бустеры? Налог Джо. По-моему, у меня его нету. Так, ну что, друзья мои, попробуем поиграть пока на нашей старой колоде. Как ты помнишь, от колода на сбросах. Плюс через Хэллоу восстановление идет, да, через призрачного гонщика. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Паршивый, да, ход на самом деле. А вот если я его порублю, ну давай. Прикинь, Хэлла появится там и Хоп-гоблин. Я сейчас очень сильно рискую, ребят. Очень сильно рискую. Я Хоп-гоблина уничтожаю, да, базара нет. Но мне бы хотелось, конечно, лучше бы смерть. Мне бы, конечно, хотелось бы лучше смерть уничтожить. Так, добавляю сюда по случайной карте. Блин, ты посмотри, кого надо было Инфинитуса этого уничтожить. Так, Энджела. Если здесь нет карт. Я абсолютно ничего не могу сделать, ребят. Пока ноль. Ноль вариантов. Ты понял, да, что он меня закидывает? Ну, а, он мне уменьшил его. Слушай, ну тогда хорошо. Так, вибраниум 1-4. Давай сюда поставим вибраниум. Он прокачивает, ребят, своего охламона этого. Скинем картишку, ребят. Мы сейчас сбросим с тобой либо смерть скинем. Мы скидываем смерть, а потом с помощью Хэлла восстанавливаем смерть и... Ну, допустим. Последний ход, друзья мои. Ну чё, сюда, наверное, или куда, сюда? Куда закинуть-то лучше? Давай сюда. Я надеюсь, Хоп-гоблин туда перелетит, к нему. Хотя зависит от того, где он воскресится. Нет! Ребят, мы все равно выигрываем, но это было рискованно. Понимаешь? Два Хоп-гоблина, ребята, это минус 16 баллов. Многие не смотрят и как бы не нравится эта игра лишь потому, что... наверное, не понимает систему, механики. Они вот, если бы я тоже бы с середины бы игры бы пришел бы, начал бы смотреть бы, чё, куда, почём. Эту игру надо смотреть с самого начала, с первой серии. Только в этом случае ты поймешь, что к чему и как вообще все происходит здесь, вся механика игры. Продвинутые люди, конечно, видят, понимают и иногда даже дают дельные советы. Вот. Блин, я не могу рубить. Я не могу рубить Сив, потому что мне бы хотелось бы геликарьер. А, нет, тут смерть все равно, ребята. Смерть под удар идет у нас от Сив. Ну давай рубанем Сив. Ой, Сив, блин. Рубанем тогда смерть.
Мы ее рубанем, мы ее потом восстановим. Надеюсь, если нам выпадет Хела. Или хотя бы призрачный гонщик. Опа. Крэйвен. Так, ну мы смерть убрали. Вот теперь можно, кстати. Твою налево. Давай так сделаем. Вернем с тобой смерть сейчас в данный момент на место. А потом попробуем Блейда. Я не знаю, правда, кто там будет сейчас у нас стоять. Так, Даггер. Куда, на какую локацию? На эту же локацию мы возвращаем смерть. А если я заброшу ему Хеллу? Ой, Хеллу, ход гоблина. Так, мультимен. Он объединяется. Летит туда, родной. Прекрасно. Я думаю, что это не вариант. Ну чё? А, мы же смерть... Подожди, мы рубили смерть с помощью сив. То есть у нас сейчас нету никого, да? Черт подери. Давай так, я рискну, ребят. Иду на свой страх и риск. На свой страх и риск. Три. Мне нужны карты именно 3-4. У него таких нету. Проиграл он? Он, ребят, проиграл. Он проиграл, а мы с вами побеждаем. И, соответственно, мы молодцы, а он лох. Лопушок. Лашпенчик. Я любя, ребят, я любя. 5 капель просто на душу, и все нормально. 5 капель на душу. Так, мы, наверное, немножко поиграем за эту колоду, а потом вернемся к своей старой колоде и попробуем, ребята, что-нибудь там замутить. Их хотелось бы что-то придумать на Патриоте, но, понимаешь, если я буду создавать колоду на одном Патриоте, только лишь на одном, то дело в том, что не факт, что Патриот мне выпадет сразу же, понимаешь? Вот я его буду если вот он у меня есть в колоде, да, можно от него плясать. Потому что он увеличивает силу карт без способностей на плюс 2, насколько я помню. То есть это белки, камни, там крок, кстати, очень хорошо зайдет со своими валунами. Это что-то новенькое для меня, ребят. Вот сейчас был фокус какой-то новенький, я даже не понял. Ладно. Так, перемещаются в другие локации после 5-го хода. Ага, опять перемещение, ребят. Опять будет какое-то лютое перемещение. Ну давай. Рулер. Рулер. Рулетик. Давай, ходи. Киллмонджер. Но это новая карта, ребята, я ее не знаю. Она ведет все очень, очень подозрительно. Добавляет ее копию в другую локацию. Поехали. 3-6, это все-таки, ребят, нормально. Так, ход гоблин. И... Блин, ну почему не геликарьер? Ядрен матрен. Ребят, под угрозом битва моя. Все. Переплыли, блин. А моя-то куда карта делась?
Я ставлю сюда. Перебьет? Нет, не получилось, ребят. Мы выигрываем. 11-20, а у него восьмера только. Он там светит в закромах. Ты посмотри-ка, а? Шан-Чи он. Шан-Чи у него был в кармане. А! Щеглазадый, блин. Какой тебе Шан-Чи? Иди там, я не знаю, там в трущобах убирай там что-нибудь. Эллиот. Что за Эллиот? Магазин медалей. Ну что, ребят, входим? Входим. Давай разочек. Будь она неладная. Серебро, билет. Играть. Колода 16, подтвердить. ох, сейчас, ребята, будет жаровня. Это вам не эти рейтинговые бои. Тут все по-серьезному. Сейчас тут торы полетят, тут увидишь. Противник, поиск противника, то есть это реальные игроки. Держитесь, друзья мои, держитесь. Угу. Замечательно. Кого? Ренхард, да? Ну а почему бы нет? А, ход гоблин попадает. Он очень уверен в себе, ребят. Он в себе очень уверен. А у него кто? Ренхард улетел. Так. Начинается. Вот здесь вот... Блин, я пропущу, наверное, ход. Седьмой ход добавляет. Седьмой ход добавляет, друзья. Блин, опасно этого парня сейчас выводить из боя. Если я поставлю этого, Айронхард прокачает нас всех, да? А, нет. А чему рубанули? Блин, тут не посмотреть никак. Ой! Нахера ты это сделал? Ладно, ставим этого. Блин, я надеюсь, что он все-таки не рубанет мне Хэллу. Лучше пускай рубанет смерть. Но не Хэллу, ребят. Фух, пускай будет так. Блин, если я поставлю... Да куда ты лезешь-то? Куда ты лезешь? А, блин, это последний ход уже у нас. Давай так сделаем. Ну понятно, что это мои, ребята, старая колода. Я даже тут ничему не удивляюсь. Это... Ну что, восстанавливаем? 5,8, 13. Давай сюда поставим. Еще две тигры. Еще два тигра, да? Даже не два, а четыре получается, ребят. Ай, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. А тут никак уже не выиграешь. Видишь, куда поставил он мне? Я только одну локацию, ребята, забираю. А я вам говорил. А я вам говорил, что будет. Но, учти. Блин, у меня в этой колоде нету собаки. Это мы еще раз с ним играем сейчас. То есть я как бы продолжаю с ним поединок. Раунд 2. Но он уже прекрасно понял, ребят, что у меня за колода. Я... Вольфбейн. Волчица у него была. А почему у меня так мало этого-то? Эй! Что за карта? А... Ладно. Акоя.
Если я буду рубить, я буду рубить уже смерть. Так получается? Да, ребята. Че, после четвертого хода завершается игра? Вы серьезно, блин? После четвертого хода завершается игра, блин. То есть вот сейчас, что ли, уже? Давай попробуем. И куда ты мне восстановишь? Все, тогда выиграли. Блин, проиграли. Проиграли, ребят. Если бы он вот в эту бы локацию бы, в эту бы Infinus поставил бы, тогда да. А так, видишь, не происходит нифига. Давай заберем награду. И двигаемся дальше. Я сейчас что выбрал? ПВП матч? Батну. Ну вот нафига мне твоя копия сейчас, блин. Ой, извините, ребят. Подставили, а? Просто подставили. Я не могу этого позволить уничтожить призрачного гонщика, ребят. А вот сюда можем уже поставить пса. Вот сюда вот. И пускай он что хочет, то и делает с этим. Кто ходит-то первым-то? Он? Он космос сюда ставит. Ну давай рубанем. Давай рубанем. Рубанем хоп-гоблина. Броню ставим. Так, ребят, интересней и интересней все становится у нас. Я же его поставлю, мы карту скидывать не будем, да? Скорее всего, у него уничтожитель будет. Давай так сделаем. Профессор заблокировал, да? Давай так попробуем. Не знаю. Блин, ребята, это у нас не рейтинговый матч, кстати. Это у нас обычные поединки. Потому что здесь нету шкалы под низом. Некого перенести. Ну и до свидания тогда, парень. Ход гоблина меня решил напугать. Ребята, 24 ранг. Смертушка решила прокачаться. Ну хорошо, так уж и быть, ребят. Сделаем ей такой вот подарочек. $150 кредитов. Это хорошо. Ну что, едем далее. Ой, погоди. Давай попробуем еще разок играть.
Да. А тот чувачок использовал мою колоду, ребята. Это моя колода была. Помните, да? Через Вонга играть. У меня, правда, еще был Doom. Но он, видимо, заменил. У него, скорее всего, два Одина было. Скорее всего. Два Одина плюс Вонг. Ну да. В той колоде, кстати, нужен... Или вот в моей колоде в данный момент в матче нужен... пес. Не этот пес, а Космо. Тогда в этом будет толк. Видишь, у меня рука такая. Меня вот на ранге, я смотрю, на рейтинге, да? Ребята, разносят быстрые колоды. Шоквейв. Чё там, находящиеся здесь карты без способностей? Давай сделаю. Так вот. Запорол мне все. А, нет, нормально. Но только мы не уничтожили с тобой ничего. Так, циклоп. Угу. Мы же не уничтожили карту, да, ребят? Давай так сделаем. Да, блядь, 7 ход. Слушай, а работать будет это на собаке или нет? Работает. Ну, только он никого не уничтожает, как ты видишь. Блин, мы с собой никого не уничтожили. Эту локацию он проигрывает. Чё? Если вы заканчиваете ход с неизрасходным энергией, снижает силу двух случайных противников здесь на один. Это мне нужно 7 потратить, а у меня нет такого. Я проиграл опять, ребят. Что за бред? Вот из-за этой локации... Не из-за этой локации, а из-за этого циклопа. Прикинь? Ну ладно, хорошо. Готовность к бою. Вот это вот, конечно, камни вот эти вот. У меня не было килл... У меня не было киллмонжера, чтобы уничтожить эти камни. Потому что, ну, в любом случае, их никак не уничтожим. Ну, будем как-то думать, я не знаю. Давай. Это уже хорошо. This just in. Угу. Шоквейв. Васп. Так, перемещаюсь в локацию, получаю 2 сил за вражескую карту там.
Так, это сколько стоит? Ноль. То есть его может спокойно уничтожить электро. А нужно ли мне это? А, мы можем сделать вот так. И вот так, ребят. В плане ва... Ты... Я не понял, почему... А как это тогда работает? Непонятно немножко. Я вот сейчас вот не понял, если честно. Хэлло, он мне, блин, бахнул, а? Так, ну эту локацию он проигрывает. Поехали. Мы Хэлло вернем сейчас. Но он же понимает, что это хана все ему. А, нет, еще последний ход у нас, ребят. Давай так сделаем. Под угрозой у него вот столько энергии, а у меня вот столько, ребят. Кто это вот это такой? Покажите мне, пожалуйста, вот этого. Высший эволюционер в начале игры открывает потенциал ваших карт без способностей. Это как так? Открывает потенциал ваших карт без способностей. Мы ожидаем противника, ребята. Неужели он сдался? Тогда победа за мной. Если он просто отступит, матч-реванш не будет делать. В плане, блин. Какой, блин, поиск противника? Вы че... Читер, чертов, а? Просто, ребят, читер. Смылся под шумок. Видишь? Типа у меня ни с того ни с сего связь оборвалась. Угу. Фантазеры, блин. Ну да, конечно. А-а-а! Ну, спасибо. Ребята, он отступил. Щеглазадый отступил. И нам сейчас должны накапливаться, по идее, баллы натикивать. Видел? В плане я побежден. Вот. Вы победили полигон. То ли еще будет. Так, ребят, 370 медалей у нас. Это если мы вот здесь вот выиграем с тобой. Плата за вход. Один платиновый билет. У меня есть платиновый билет? Есть. Ребята, это будет трэш. Это будет трэш. Это взносы. Это... Это будет серьезная битва. Это уже платиновый ранг. Для меня, по крайней мере, это серьезная битва. Но для вас это... Всего лишь смех на палочке. Ну почему, блин, ты-то лезешь сюда? Ну какого хрена ты... Все, я, кажется, понял, какая тут колода, ребят. И сейчас Блэйд меня подосрет. Пошли вы в опу. Оба. Ферис, блин. Ну какого лежа? Ты мне два... Два ресальщика, блин, подставляешь под Блэйда, блин. Ну как, ребят? Где Инфинитус? Где, блин, Магнита, блин? Где... Да...
Вот, вот. Ну, ну, спасибо хоть на этом. Геликарьер, ребята, рубим. И получаем 3 карты в плюсе. Под Хэллоу это самое то. Блин, 2 карты дали всего лишь. Что за мираж? Прирастите, копирует самую дешевую карту из руки вашего противника в вашу руку и дает ей плюс 2 к силе. Ну, я, наверное, вот так вот сделаю. Я похерю лучше смерть. А потом с помощью Хэллоу все это восстановлю. Че, кинем сюда Хобгоблина? Или вот сюда ему кинем? Давай! Кстати, давай сюда ему Хобгоблина кинем. Бля, прикинь, сейчас... Ну, если он сейчас сюда 2 карты кинет, фиг с ним, мы эту локу проиграем. Тогда нет. Вот так вот. Эту локу он проиграл 100%, ребят. А вот теперь самое интересное. Вот так вот. Да все, 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 уже поздно. Поздно. Хоть ты тут что делай. Начало неплохое, друзья мои. Начало неплохое. Такое, знаешь, душетрепещущее начало. Я капитулировать, ребят, не собираюсь. Он согласился. У меня только с третьего хода, ребят. Паршиво. Блядь, ну... Ну какого... Твою мать. Мне так и хода, ребят, руганулся, блин. Ну нахрен мне под Хэллоу, Хэллоу под Блейда. Опять же риск. Либо Инфинус вылезет, либо Хэллоу. Либо, блин, этот. Вот сиди и думай, и гадай. Поставим этого. Бог с ним. Ход гоблин. Вот что. Поехали. Тут как-то неудачно получается все у нас. Корк этот, блядь, влезет сюда. Я тебя умоляю, ты что делаешь, дурень? Ой, ребята, это похоже трэш. Это у него второй ход гоблин, что ли? Он на ход гоблина, что ли, играет? Не пойму. Последний ход. Ну а что, ребят, здесь? Последний ход ясен перец, блин. Вот так вот делай. Вот так вот. И восстанавливаем свои карты. Все, а больше тут вариантов нет, друзья. Ну, ночной змей. Камни, понятно. Карнейдж.
Эй, дурак, Рэй. Какой же ты дурак, куда ты поставил? Слушай, ребята, а почему, интересно, у меня отнимает больше энергии, чем у него? Вот это с чем связано? У него всего лишь две энергии отняли, а у меня раз, два, три, четыре, блин. Почему такая несправедливость? А? Какая вонючая, а? Ты сейчас серьезно мне уничтожил нужную мне карту? Ну давай так сделаем. Мы рубим. Давай, рубим. Смерть руби. Руби смерть. Куда бы хоть гоблина ему закинуть? Давай сюда. И последний ход, ребят. И последний ход. Поехали. Гоблин. И вибраниум. Смотрим, что мы с тобой воскрешаем. Опа! Опа! Вот до свидания, парень. Так, 6 очков. Прекрасно. Так, у него осталось всего лишь... А, я понял, ребята, от чего это зависит. Это зависит от того, сколько ты наснэпался. Все, я понял. В принципе, нормально. Если я его выкину сейчас, нифига не, не прокатывает такая фигня. Начинает опять, а? Во! Во, ребят, то, что нужно. Инфинуса. Руби. И будет the best from west. Поверь мне. Опа, двадцатка так улетела. В никуда. Сейчас у нас пойдет сиф. Благодать. Погнали. Ох, красотища, ребят. Единственное, что мне нужно дождаться теперь Хэллоу. Обалденная Хэлла. Прям всем хелом хела. Ну зато я могу идти ко мне. Уже не могу, ребят. А че он такой радостный-то? Я не могу понять никак его. Ну давай. Посмотрим. Я даже за эту локацию и не боролся, если ты хочешь знать мое мнение. И это все фигня, ребят. Все, смотри. Опа! Опа! А, блин, еще последний ход.
Извините. Он может здесь же, да, переплюнуть нас. Сделаем тогда вот так вот, по уму. Сейчас перетянем. Отступил сосунок. Щегол. Щен собачий. Разошелся я что-то. Не на шутку, ребят. Мы выиграли с вами. Полностью. Полностью. Вторая баталия. Слушай, эта колода даже, ребята, тянет на рейтинге. Я, ребята, вам, ну, не то что там заставляю, просто советую, рекомендую. Воспользуйтесь, попробуйте. Возможно, может быть, вам повезет лучше, чем мне. И колода-то рабочая. Она рабочая. Да, я не спорю, бывает, что не фартит. Ну, не фартит, вот выпадает тебе не та рука. А если у тебя еще есть крутые карты, которые можно рисануть, так ты вообще будешь в куражиках. Просто в куражиках. Давай посмотрим еще раз. Подтвердим, так сказать, свое, ну, не превосходство, как это назвать-то. В данной мете, ребята, у нас мета не так уж и далеко продвинулась. Если мы с тобой что-то тут замутим, то, возможно, ну, с таким мы никуда не пойдем. Сегодня, ребят, ходил в магазин, купил вискарь за 6,5 штук. В холодильник лежит. Вот думаю, стоит ли его пить сейчас. Хотя мне в гости завтра идти. Вот тут, кстати, очень хорошая, ребят, комбинация. И ну давай сюда поставим. Я понимаю, что у него тут Бекки Бейкер. На прокачку все это идет. О! О! Вперед из песней, родная моя. Только руби, пожалуйста, мне геликарьер. Смотри, как жестко он стал. У нас магнит. Дэдпул плюс Карнейдж. Фуфлагон-то, поверь мне. 8-5-16. Мы Блэйд не выставляли? Нет. Погнали. Так, подожди, я могу? Вот сюда я поставлю его. Это понятно, Дэдпул. А, Галактикус. Ну, он берет эти камни. Или что он там? А что он делает? Слушай, за ноль. Давай так проверим. Блин, а чё я не поставил 25? Ох, ё! Да, тут он меня переплюнул, ребят. Только за счет вот этого вот скула. А знаешь почему? Потому что за каждую уничтоженную карту он прибавляет ее мощь. А я, дурак, на 8 вдарил. Понимаешь, да, о чем? Ладно. Давай поиграем. Погнали. М-м-м,
До свидания, хала. Ставим. Ставим. Кого я рубанул-то? Хэллу? Подожди, кого я рубанул-то? Так, у него нова Киллмонджа. Лети, родной, к нему. Я только могу эту локацию, ребят, занять. Веном. Веном, блин, прикинь, блин. Ну как так, ребят, ну. Ну как так-то, ну? Шанчи, Шанчи у него. Твою налево. Представляешь, я выставляю выставляю Шанчи, он выставляет следом Венома. Че, плата за вход 80 золота? Спасибо большое. Я обойдусь. Прикинь? И ты сидишь, волей-неволей думаешь, блин, совпадение или это, блин, читерство? Ну как можно так, ребята, просто чтобы совпало, блин? Ну, вот как? Я не понимаю. Я выставляю Шанчи, он следом выставляет ту карту, блин, которую Шанчи бы просто рубанул бы ее. Может быть, спешим, да, ребят, может быть, спешим, я не спорю. Кстати, обновление у нас будет... Было 15 сентября. Что-то я, честно говоря, не особо-то увидел какое-то там обновление. Баланс там что-то поменяли. Какой баланс, что поменяли, ничего не увидел. Не заметил. А может быть, не хотел это заметить. Давай. Animated. Пятьдесят кредитов. Ищу, ищу, друзья, ищу. Шанчи. О! Шестерочку в плюс сразу. Оп! На автомате. Хорош. Ну-ка, что тут? Что тут? 150 кредитов. 10 бустеров на Angel. Хитрен, матрен. Я прям жить без этого не смогу. Vision, лидер. Ну давай лидера покачаем. Так, и еще буквально там одну нужно нам. А все, больше нет. Больше нет, что. Меня прям взбесило вот это вот, ребят, взбесило.
немножко вот как, ну, можно сказать, что несправедливость. Можно. А можно сказать, это холодный расчет. Ну как ты, блин, моя колода не подходит под него, а его колода под мою просто идеально заходит. Ну как это объяснить? Ну как это объяснить, блин? Это как растение против зомби, герои, ребят. Вот у тебя колода, и ты смотришь, выставляешь, а он блокирует ее. Все. Кого винить? Себя? Нет. Ты винишь именно деку. Потому что из деки все летит к тебе. Ну нет, вот я не могу уже, вот же, вот третий ход, я ничего не могу поставить, ребят. Как засранец. Смотрю на них, и все. Слушайте, не кажется, что это... Так, эффекты при раскрытии не... Давай сделаем так. Фиг с ним. Там же перераскрытие было написано, да? И последний ход. Чё? Мы выиграли, ребят, но вот это вот... Карта возвращается тебе обратно в руку. Трэш. Блин, я уже... Подожди. Я же хотел поиграть своей этой... премиальной колодой. Премиальной колодой. Назовешь ее, Рэй, как... Позорься хоть, блин. Назови ее просто колодой. Премиальной колодой, блин, назвал ее. Ёп, парасоте, блин. Давай, завязывай уже. Просто завязывай. Чудить, пацан. Нормальный будь. Крохи собираем. Крохи собираем, блин. От чипсов. Что там у нас вышло? Поехали. А у него что? У него лучник. Соколиный глаз. Так, карта здесь получает один к силе. Поехали. Заполняет локацию. Спешит прям, блин, бедолага. Прям обсирается. Я вот, кстати, ребята, про гамбиты ничего не знаю еще. Ну, я знаю, что хавки и электро, до свидания. Это я точно тебе могу сказать. Это я тебе гарантирую. О, да тут много кто плетит. Красоте. Что у нас делает гамбит? Сбрасывает карту с вашей руки, уничтожает случайную карту противника. Блин, это же хорошая, идеальная карта для сбросов. Уничтожает случайную карту противника. Я как бы не могу такой роскошью себе позволить. Давай так сделаем.
Угу. Угу. Давай так попробуем. Гамбит. Он уничтожает случайную карту, но мне добавляет... О, то есть у меня убирает по карте, да? Посмотрим. Угу. Угу. Полный рот, ребят, не могу даже сказать до свидания, дядя. Ребята, это моя старая колода, старая добрая колода. Все ее помнят и... Она рулит пока? Пока. У меня такое ощущение, что я сейчас ем сухарики, и вам просто это слышно, как я их грызу, блин. Буду надеяться, что это не так. Я могу этого гаденыша уничтожить, да? Это первое. Блин. А сил... А, сил уменьшается. Поехали. Я боюсь проиграть. Но эту локу я проиграл однозначно. А вот те две выиграли. Прекрасно. Ребята, оно прекрасно, но, не, но оно не так хорошо, как на колоде на сбросах. Ну согласись. Я думаю, что многие со мной согласятся. Оно... Ну... Как бы тебе сказать, по именно по своей. Что-то уничтожить 900 карт. Что там еще? А, со снэп нужно выиграть. Оно, как бы тебе сказать.
как тебе сказать-то? Оно идет все хорошо, но нет такого вот, знаешь, азарта. Вот все-таки 16 колода именно на сбросах, ребят, которую мы сейчас тестили уже не один раз. Она была хороша. Угу. Ну давай. Девятый, да? Ну, до свидания, девятый. Это сейчас что такое было? Это что за карты, ребят? Фигня, да, получается? Давай я рискну. Рискую, ребят. Я рискнул. У меня ни одной карты не было в сбросе. Рэйчик, тебе надо отдохнуть. Ты уже запарил. Тупишь просто неимоверно. И я это сам прекрасно понимаю.
Ее копия заполнит эту локацию? Ход чей первый? Непонятно, чей ход тут первый, блин. Вот туда как раз Шан-Чи сейчас и пойдет. Одним словом, до свидания, парень. Верно же? Верно. Неужели отступится, сынок? Нет? Не отступил, друзья мои. Так, мы-то будем воскрешать что-нибудь? Это понятно, блин. Мы не переплюнули, ребят. Извините, поклонитесь, называется. Ладно. Но у меня не было Хеллы, ребят. Не было Хеллы у меня. Че бы, я не поставил бы ее бы? Конечно, поставил бы. Но не было ее. Простоты, блин. Что я могу сделать? Не было ее. Блин, у меня сейчас сижу, из головы не входит одна девчонка почему-то. Нет, тоже не входит, она просто вспомнилась мне. От третьего хода только начинается. Первый игрок, который заполнит. Пошли заполнять. А можно было бы три локации занять бы. Бишопа рубанул он, понимаешь? Бишопа он рубанул. Придурок. Да конечно же, ребят, ну конечно же, Хелл на ее процеты. Как ты мне дорог, а? Хмырь ты болотный. Я сейчас, ребят, не удивлен, если он сейчас восстановит не Хеллу мне, а восстановит этого. Че мы там рубанули там? Нищеброда какого-то. Подчикали. Ну-ка смотрим. Че? Ну это ла, это нам повезло, ребят, просто. Ну вот этого говнюка Бишопа. Да будем проклят этот Бишоп, ебпорсте. Ребят, я вам серьезно говорю. Хлыщ еще тот. Страна таких не видывала. Хлыщей, как Бишоп, ебпорсте. Все, ребят, последний поединок. И давайте, наверное, закругляться уже сегодня. Что-то я подустал. Надо отдохнуть маленько. Чуть-чуть буквально.
Часиков 20. Че там пробормотал? Оба игрока вытягивают карты из колоды противника. Заманчиво. Мне интересно знать, что он из моей колоды вытянул, гаденыш, а? Что это такое? На средней локации. Давай. Ты сейчас серьезно? Он же Хэлла порубил, я сомневаюсь, что у него будет призрачный гонщик. Так. Последний ход. Блин, я не могу сюда поставить. Да? Я не могу ничего сделать. Что за... А, здесь уже разыгрывать карты нельзя, ребята. Я еще хожу первым, блин. Я проиграл здесь. Не? Не, ребят, выиграл. А че он туда не стал ставить? Я не знаю, вот здесь. Я думал, он туда поставит. Я за что и в принципе стал переживать. Все, меня прижучили. Я еще успел два задания на дорожку, ребят, сделать. Так. И так. Еще сезонную пропуск получить. 100 кредитов, ребят. 100 кредитов, это значит, что мы можем того прокачать 10 карт. Давай смотреть, какие моргает, ту сразу же и берем на прокачку, ребят. Ну, видишь, моргает уже родной. Давай, прокачивайся, пёся. Лоджа. Ну, 50 кредитов еще в плюсе, ребят. Все. Все, ребят. Друзья, на сегодня будем закругляться. Хотя мне нужно было бы еще 3 матча выиграть со Снэп, но уже хорош. Не играть хорош, а по состоянию уже просто раскисаю. Сейчас начну чушь пороть всякую. Вам это нафиг не нужно. И поэтому я сегодня закругляюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам.